Всем привет, с вами я Лерилин, и сегодня ко мне приехала вот такая большая посылочка Гринстафа с шикарным осьминогом. Такие коробки раньше не приезжали. В общем, ехала она из Нидерландов довольно быстро, всего где-то 3 недели. Испанские, кстати, едут гораздо дольше. Так что давайте смотреть, что нам тут положили. Открывайся. Напихали, конечно, всего. Наконец-то. Обычно их не кладут, всякие наклейки, но тут вот повезло. Достался цветовой круг. Все это сейчас придется разгребать. Первое, что мы видим, большая банка акриловой смолы. 700 граммов. В общем, отличная вещь. Ну и подешевле выходит, если брать сразу много. Лучшее, в общем-то, что я видела, потому что, ну, гипс, конечно, ни в какое сравнение со смолой не идет. Дальше, что у нас тут? Новинка от Гринстаф этого года. Где-то с месяц назад появилась, по-моему. Такой очиститель от цианакрилатного клея. В общем, никогда не пользовалась, но поскольку периодически что-нибудь этим клеем загаживается, то, в общем, штука, я думаю, очень полезная. Еще одна шикарная вещь. Зеленка. Почти метр. У них примерно полгода почему-то не было зеленки с разделителем. Ну вот, наконец-то она появилась. Я сразу же поняла, что надо хватать, а то опять закончится. Видимо, любителей зеленки очень много. Дальше у нас всякие полезные штуки. Liquid Frost. Мой почти закончился за полгода интенсивного использования, так что я решила сразу две штуки заказать. Вот такой металл, оружейная сталь. Отличная вещь, кстати, очень мягкий, очень приятный. И проливка по нему шикарно ложится. Мой тоже почти закончился, так что я себе взяла баночку. Хром под аэрограф. Честно говоря, надувать хром под кисть мне не очень понравилось, даже разбавленный, поэтому я решила, что надо вот такой себе тоже завести. Еще всякие красочки. Эти не мои. Такой светящийся оранжевый пигмент. Шикарная штука. Работает как с медиумом и лаком, так и со специальным закрепителем. И два металлических фильтра, синий и красный. Так что у кого-то будут шикарные минички. Ну и, по-моему, тут уже почти все. Осталась только сама объемная вещь после смолы. В общем, я себе заказала вот такую футболку. Выбрала самую большую. Будем надеяться, что она как раз мне будет. Размер 3XL. Что-то она какая-то очень большая. Надо было 2XL брать или единичку. Что-то она гигантская слишком. Вот такая. Даже в камеру не влазит. Мне больше всего нравится фирменный гринстафовский осьминог с символами. Вот они. GSW. Гринстаф World. Остальные символы мне как-то не очень. В общем, да, что-то она какая-то реально здоровенная. Я в ней утону, похоже. Надо было брать меньше. Ну ладно. Чего уж тут поделать? Буду носить то, что дают. Они, к сожалению, только черные, белых, серых, других цветов нету, но все равно красиво. Надеюсь, краска крепкая, послужит мне долго. В общем, вот такой обзор. Гринстаф классный. Покупайте там, едет все быстро. Ну и, в общем, товаров всяких полезных для нашего модельного варгеймерского дела тоже очень много. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!